Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы подробно расскажем вам про уход за корнишрексом. Корнишрексы – кошки с необычной внешностью и ласковым характером. Представители породы способны стать идеальными домашними питомцами. Они самостоятельны, умны, легко уживаются с другими животными и любят играть с детьми. Но просты ли эти кошки в уходе? На что стоит обращать внимание при их содержании? Давайте подробнее рассмотрим основные особенности ухода за корнишрексом. Шерсть корнишрексов не имеет остевых волосков, а подшерсток завит в плотную волну, напоминающую по структуре каракуль. Из-за такого особого строения шерсти купать представителей породы необходимо один раз в месяц. Шерсть у корнишрексов не может поглотить достаточное количество сальных выделений, и без регулярного мытья у этих кошек развиваются заболевания кожи. Расчесывать представителей породы рекомендуется один раз в неделю с помощью специальной мягкой щетки-расчески. Особое внимание при уходе за корнишрексом стоит уделять глазам питомца. Их необходимо регулярно осматривать и чистить. В уголках глаз у этих кошек часто скапливается грязь, которую нужно удалять с помощью специального лосьона. Корнишрексы плохо переносят одиночество и отсутствие общения. Эти кошки очень коммуникабельны, и им нужны собеседники. Будучи владельцем представителя породы, старайтесь ежедневно уделять время играм с вашим мяукающим любимцем. Также вы можете завести еще одного питомца, тогда корнишрексу будет не так скучно и грустно во время вашего отсутствия. У корнишрексов большие открытые уши. Им нужен особый уход. Чистить уши представителей породы рекомендуется один раз в неделю с помощью специальных салфеток. Также важно регулярно водить кошку на осмотр к ветеринарному врачу. Корнишрексы обладают хорошим аппетитом и поэтому нередко бывают склонны к набору лишнего веса. Важно следить за тем, чтобы питание представителей породы всегда было сбалансированным и строго нормированным. Из натурального корма этим кошкам больше всего нравится мясо, творог и субпродукты. Кормить взрослых корнишрексов рекомендуется 2 раза в день. Теперь вы знаете основные нюансы содержания корнишрекса, а значит, сможете стать хорошим хозяином для представителя породы. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!